У нас в гостях Елена Мягкова. Елена выступала в качестве спикера-эксперта в рамках выставки «Продэкспо-2020». Елена, скажите, пожалуйста, какие вопросы вы обсуждали и что было вообще на повестке дня? Добрый день. Я выступала на аналитической сессии для ритейлеров с докладом об актуальных трендах покупательского поведения на рынке FMCG. И что сейчас с поведением? Сейчас мы наблюдаем два таких разнонаправленных тренда. Это тренд на здоровый образ жизни, на выбор здоровых продуктов, правильного питания. И в то же время еще один тренд на экономию времени. То есть потребитель не готов тратить много времени на приготовление еды и склонен к покупке готовых решений, готовой кулинарии. Скажите, а долго ли еще просуществует тренд на здоровую еду и на здоровое питание, в принципе? Я считаю, он только не так давно зародился, и я считаю, что у него большое будущее. Он не только в России, но и во всем мире, и в других странах в том числе. И сейчас за ним большое будущее. Елена, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.